Сейчас мы посмотрим, как сделать настройки высокой контрастности восприятия текста. Переходим в параметры и находим в параметрах режим специальной возможности. Здесь у нас есть раздел «Высокая контрастность». Включаем режим высокой контрастности, ждем определенное время, у меня это несколько секунд. И вы видите, что весь фон стал черного цвета, текст белого цвета, и уже выбираете темы, которые вам нужны. Высокая контрастность, высокая белая контрастность, смотрите, как четко все видно. И есть еще контрастная номер один, вот, и контрастная номер два. Вам нужно, конечно же, конкретно с человеком, который пользуется компьютером, посмотреть эти темы и выбрать тот, который соответствует более ему. Человека, который будет пользоваться данным компьютером. Далее, не забудьте нажать вкладку «Применить», иначе ничего не будет. Я нажимаю «Отмена». Также высокая контрастность настраивается в Skype. Сейчас покажу здесь. Рядом с вашим фамилией, имя, вот название у меня здесь, у меня написано мое имя и фамилия, находим три точечки, открывается вкладка «Настройки», и здесь выбираем внешний вид. Вот здесь можно выбрать режимы, темный, системные настройки, и также светлый с высокой контрастностью и темный с высокой контрастностью. Возвращаюсь обратно в свой режим. И все, с высокой контрастностью здесь все.